Чебоксары в очередной раз приняли всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. В центре маунтинбайка собрались сильнейшие команды страны. Российские соревнования по фитнес-аэробике Чебоксары принимают в 11-й раз. Но если в прошлом году на уровне страны у нас соревновались только спортсмены 8-10 лет, то в этот раз все возрастные категории. У нас 150 команд, свыше 1000 участников, проводят в прекрасном зале. Когда проводите такие большие массовые мероприятия, привлекается сюда больше спортсменов, развивается уровень наших спортсменов, потому что чем больше мы выступаем и конкурируемся с другими, да, спортсменами со всей страны, а это лучшие команды страны приехали, тем более они приехали после чемпионата мира, который был сейчас в Амстердаме. Для нас это большая честь. Максимальный балл, который может набрать команда – десятка. Для этого спортсмены должны быть техничными, точно и синхронно исполнять все элементы. У нас 5 судей, они оценивают как технику, так и артистизм. Судьи у нас также с различных субъектов Российской Федерации. По результатам соревнований сборная Чувашии взяла 13 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей. Ольга Пырочкина, Ирина Волкова, Павел Рядков. Республика.